Наша сегодняшняя встреча посвящена информации населения о важности вакцинации от COVID-19 и о мерах предотвращения распространения инфекции. В Щелковской общественной палате прошло обсуждение вакцинации населения от COVID-19. На собрании присутствовали представители 14 общественных организаций округа. Врач-терапевт Центра здоровья Щелковской областной больницы Татьяна Колосова подробно рассказала всем собравшимся о существующих на данный момент в стране вакцинах и о их результативности в борьбе с инфекцией. А также о том, что в городском округе любой желающий может пройти вакцинацию совершенно бесплатно. Об этом руководитель организации должны в свою очередь проинформировать своих подопечных, многие из которых люди солидного возраста, например, Совета ветеранов и Общества инвалидов. На сегодняшний день в России 3 вакцины. Первая, самая распространенная, самая широко применяемая, знаете, «Спутник Ви». Она первая создана, она, в общем-то, давно применяется уже, вот 10 месяцев активно мы ее применяем, дает достаточно высокий устойчивый иммунитет. Врач напомнила всем собравшимся, что делать прививку от коронавируса или нет – личное и добровольное дело каждого человека. Но лицам пожилого возраста все же рекомендуется пройти вакцинацию. Двухкомпонентную прививку можно сделать либо в поликлинике, либо в мобильном пункте приема граждан. Также существует возможность коллективной вакцинации для сотрудников организаций. Мария Буржинская, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.